Сегодня глава российского правительства Дмитрий Медведев в эфире сайта tbndefistv.ru и других российских каналов подвел итоги уходящего года. Он также рассказал о планах на будущее. Медведев ответил на вопросы ведущих журналистов. Полную видеозапись интервью смотрите на нашем сайте. Мы впервые за российскую историю, подчеркиваю, не новейшую историю, не советскую историю, а российскую историю, сформировали антикоррупционное законодательство, присоединились к иностранным, международным антикоррупционным конвенциям. Многим казалось, что это ритуальные вещи, что там законодательство приняли, ничего делать не будут, никаких дел не случится, что все это, просто, такие, по сути, формальные моменты. Ничего подобного. Количество рано или поздно переходит в качество.